Греческая притча «Две дороги к счастью». Однажды Диоген пришел послушать философа Антисфена, который рассказывал своим ученикам о том, как обрести счастье. Диоген попросил рассказать более подробно, Антисфен согласился и предложил всем пройтись к Акрополю. И вот по дороге к Акрополю он остановил всех своих слушателей и сказал: обратите внимание, вот две дороги. Одна короткая, а другая длинная. Выбирайте любую, я вас поведу. Короткая дорога сложная, крутая, а длинная, ну, она более ровная, спокойная. Диоген, считая, что истинный путь к счастью лежит через огонь и меч, выбрал, конечно же, короткую дорогу. Все остальные выбрали трудную. И вот Антисфен стал его готовить к этому пути. Снял с него его облачение, гематия и хитон, и навесил на него двойной плащ. Сверху повесил котомку, в нее положил чашку, миску, сосуд для благовоний, вложил гребень и в руки дал палку. Тогда Диоген посмотрел на себя удивленно и говорит: а зачем ты повесил на меня двойной плащ? Для того, чтобы приучить тебя к двойной вещи, сказал Антисфен, к летнему зною, к летней жаре и зимнему холоду. А что, простой плащ для этого не подошел бы? Нет, не подошел. Летом в нем невероятно жарко, а зимой непомерно холодно. А котомку зачем ты повесил на меня? Для того, чтобы ты всегда свой дом носил с собой. А чашку с миской зачем ты мне вложил? Одну для того, чтобы пить из нее, другую для того, чтобы пользоваться ею, если у тебя нет настурций. Зачем ты гребень мне вложил? От грязи, а сосуд для благовоний? От усталости. А палку ты мне зачем вручил? А палку я тебе вручил для защиты. От кого? От тех, против кого и сами боги ею пользовались. От поэтов.